Что за несчастье? Мне приснился сон. Мой брат звал меня в могилу. Полгода один и тот же страшный сон. Еще лестница эта! Сколько можно? Как забыться, друзья мои, как забыться? Есть один верный способ. Правда, недолгосрочный. Но с утра помогает. До обеда. Бездельники. Как ты сидя умудряешься спать? Слышите голоса? Птичек. А, пусто. Пусто. И в душе такая же пустота. Ух ты, там, наверное, многое, раз так охраняешь. Нет. Спи, 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 землячок, спи! Туда я не рискну. Это наш местный шаман. Он думает, что он тоже волшебник, когда... Спят усталые. Тихо, тихо, дождь пошел. Показалось. Мне кажется, хоть сезонная аллергия, но я чувствую, что там что-то есть. Да. Иди ко мне, моя хорошая. Иди ко мне, иди ко мне. Исцели меня. Заставь меня забыть этого неблагодарного брата. На войну вас не возьму с собой. Есть. Есть, есть, еще чуть-чуть. Ну что же, в забытие. В забытие. Прощай, мой любимый брат. На часок, ну, прощай. Караван! Сиди.
Добрые люди, я ищу проводника через рощу мертвых. Среди вас не найдется проводник? В рощу мертвых. Это не шутки, госпожа. Откажитесь лучше. Тот, кто вас в этот лес направит, видно, гибели вам желает. Маги рощу околдовали, чтобы к башне не подступали те, кто магией не владеет. Теперь к ней пройдешь едва ли. Что там в роще, никто не знает. Роща мертвых не возвращает, а живые, покуда живы, в буреломах ее блуждают. Что там в роще, никто не знает. Роща мертвых не возвращает, а живые, покуда живы, в буреломах ее блуждают. Значит, никто не пойдет со мной. Даже просто отвезти меня к роще. Нет. Что ж, пойду одна. Наверное, гибель, безумная жрица. Куда вы постойте, хоть мужа дождитесь. Вот же кто решится. Кто выручит жрицу? Пускай ей Маджери положит дойти. Маджери, Маджери, наш славный Маджери, наш славный сельчанин, герой Карамон. Маджери, Маджери, наш славный Маджери, наш славный сельчанин, а вот уже он. Друзья, смотрите, Рейвслин мне вернул письмо, и, прочитав, не распечатав даже, и с надписью «Нет брата у меня». Нет брата. Нет брата. Нет брата. Когда-то мы спина к спине сражались на войне, и нас объединила та война. Нет брата. А в детстве я ли его не защищал? Теперь ему защита не нужна. Нет брата. Нет брата у меня. Друзья, налейте мне вина. Подтянем юный клён. Его я с братом посадил, теперь же срублен он. Вот этим топором под корень срублен он. Ты ж моя единственная. Нет. Спасибо. Карамон, ты ведешь себя дико. Мне давно тебя бросить пора. Ну чего ты цепляешься дико? Я сказал, завезу. Посмотрите, он вышиб мне двери. Это пьяная туша слона. Неужели он тоже Маджере? Его мать говорила, что да. Да что же такое, пора в самом деле от пьянства и буйства его отучить. Таким был хорошим мальчишкой Маджере, а нынче народ безобразию творит. Все подвиги эти, мечи и драконы испортят любого поди убеги. Больше мотаться по свету. Родился в деревне, так тут и сидеть. Чем тут поможешь? Больно все сложно. Что тут поделать? Такая дурная семья. Да, дурная семья.
семейство не ставит ни в грош. Его брат утончен и возвышен. Он на брата не очень похож. Тут опять но его брат постарался. Это ж надо придумать письмо. Могут провалиться гномом ображным. Его башня и все колдовство. Начни же, пьянь. Жена отстань. Да что же такое, пора в самом деле волшебникам этим нам так по рукам. Таким был хороший мальчишки-манжели, а нынче посмотришь и ужас и срам. Все посохи эти драконы и башни испортят любого, поди убеди. И незачем больше мотаться по свету, родился в деревне, так тут и сиди. Сиди. Карамон. Да, да, дорогая. У нас в гостях Крисания из храма Паладайна. О, я видел эту красавицу парочку минут, но неважно. Но чтобы такое красивое имя, добро пожаловать, как Крисания. Я надеялась встретить здесь прославленного воина. Очень приятно. Ну, видимо, зря потеряла время. Я не понял, что она сказала? Расслушал. Нет, эта жрица сошла с ума. А ты что, застыл как столб? Она же пошла одна. Мужчина или кто? А во всем виноват твой брат. Девчонке мозги свернул. Веди же ее назад. Ты что, Карамон, уснул? А ну-ка возьми свой меч и шлем свой захвати. Довольно им тут жареть. Иди ее защити. Стоять! Я разберусь. Мужик сказал, мужик сделал. Жди меня дома. Крисания!